Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить Undertale. Только вот с одной махинацией, он на русском. Потому что он был на английском давным-давно. Две расы правились, и люди, и монстры. Но однажды между ними вспыхла война. После продолжительной битвы люди удалились одержать победу. И с помощью волшебного заклятия они заключили монстров под землю. Много лет спустя гора Эббот. Легенды гласят, что те, кто забрался на гору, никогда не возвращались. И типа нам сюжет рассказывают. Я специально удалил, а потом заново скачал, ну только с версию на русском. И вот. И чё? Алло. Так, мы это слушали уже. Так, сейчас возьмем. Погоди! Подожди, на. Ну, друзья, вот так все начинается. Вот так вот. Это не я. Это ты в опасности, Зайна. Ты. А при чем тут вообще идет? А что делать-то? Алло. Алло. Эй. Пасва Орж. И что мне теперь ждать? Да блин! Хорошо, мы помнили две расы. Не могу. Как ты поступишь? А если нет, я тебе все кости пересчитаю, засуну тебя в автобус и отправлю сам. Папа. Папа, мне нужно идти. Прошу, отпустите, я уйду. Ты никуда не идешь. Я не могу остаться. Замолчи. Но я должна идти, брат. Твое место рядом с родителями. Ты сделала ошибку, и ты за нее заплатишь, Зайнеп. Ну, сейчас. Я просто обязана.
Розану. Поймите, я стала женой. Да блин. Мы любим друг друга. Пошел вон. Не надо отсюда. Прочь. Прочь. Тимон. Тимон. Стой. Пусти его. Тише. Но, папа. Никаких но. С этой минуты она будет жить с мужем. Я ее не отпущу. Ты пойдешь против слова отца? Нельзя на неправду отвечать неправду. Это нас не достойно. Жены с мужем, сынок. Теперь я за нее не отвечаю. Пусть идет. Ты не можешь уйти с меня. Так, друзья, пока что... Да. Простите. Садись, садись. Где телефон? Смотри, вот лунчик. По писе бит пойдем. Ну, друзья, сейчас все будет, сейчас все. Че? Хотя уже, наверное, все. Сейчас. Сейчас, друзья. Друзья, если что, я поставил попадя моему братику. Ну, попадя, так нагома называет. Ну, точно мой братик. Кто-то песенку пойдем. Мама, папа, что, блин? Папа, конечно, ты всегда выходишь. На. Судя по тому, что ты снова прячешься за неуместной иронией, ты как-то причастен. Сомневаться во мне вошло в привычку. Ну, я не жалею. Наверное, видели такой прикол? Да, я видел такой прикольный прикол. Полет.
Полет. Глаз у него выдернул. Подожди ты. Ой. Что, у тебя уха не будет? Ой, блин. Вкусно? Да. Чё, да. Хам. Ну. Вкусно. Ну, вот так вот, друзья. Шесть, пять, четыре, три, два, один, три, четыре, пять, шесть, нет, три, вот. Сегодня будет занят. Undertale. Сегодня будет заново проходить. Но сейчас. А я раньше вообще не знал, что это такое Undertale. В чем прикол? Какой-то скелет Сант, папирус, папайрус, и его еще называют. Но лучше папирус. Я думал. Так, нормально имя себе делаем. Где буква Д? Д. Ди. Ди. Лик. Где буква К? А. Илик. Подождите! Блин, я стерся. Ноу. Вот. Большой буквы Т. Ой, нет. Ай. Блин, тут так неудобно делать все это. Т. И. Хорошо, сейчас, друзья. Сейчас, друзья, иди. А где они? Начинаем. Так, где пил? Так. Интересно, бабулю не оставил? Лес лавы. Та-та-та.
Ой. Спасибо, Талиэль. Так, друзья, знаете что? Я буду всех убивать, только... буду всех убивать, кроме Талиэль. Она по сюжету заботится там. На всякий случай. Вот спасибо. Пойдем. Ай, друзья, мне ничего не видно. Здорово, как жизнь? Пошли. Вот так вот, фрог, сейчас приду. Ага, все, пришел. Ладно, друзья, следующей части я продолжу. В следующей части продолжим снимать и Undertale. Всем удачи, всем пока. Первая часть закончена. Удачи!